Пензенской области это сейчас, пожалуй, самый нелюбимый автомобилистами и их пассажирами переезд. Последние несколько дней перед железнодорожной веткой в Ухтинке выстраиваются длинные транспортные колонны. Причина в состоянии сооружения. Резкая смена погодных условий свела на нет все старания по его ремонту, который проводили совсем недавно. Скорее всего, попала вода, и его сейчас просто выдавило это покрытие. И получилась вот эта искусственная преграда, она, как сказать, выше, чем... С чем сравнить? Ну, выше, чем лежачий полицейский. Соответственно, машина подъезжает, приходится тормозить. И представьте, такой поток, каждый притормаживает, и хвостик этот набивается, у нас стоит вся Бессоновка. То есть протяженность Бессоновки где-то 4,5 километра, даже больше, она стоит вся. В региональном министерстве строительства и дорожного хозяйства о проблеме знают. Первое, что планируют сделать, в ночь с четверга на пятницу провести ремонт покрытия переезда. Но скорость машины от этого вырастет не сильно. Путь до трассы М5 «Урал» больше похож на бутылочное горлышко, всего 3 полосы, а загруженность магистрали транспортом только растет. Посмотреть дополнительную полосу через железнодорожный переезд, ну, возможно, до М5, да. Поэтому, значит, и весной ее надо сделать. Если по направлению в Пензу, это левая. Ширина дороги на этом участке увеличится с 10 до 16 метров. Проект реконструкции должны сделать к концу марта. А пока в качестве эксперимента здесь планируют вести реверсивные движения. Этого очень ждут автомобилисты, которые пользуются данной магистралью. И люди даже нарушают правила, обгоняют с правой стороны, обгоняют с левой стороны, там, где не положено. Маршрутки, автобус, потому что люди ругаются, что ехать на работу и опаздывают. Ехать проблема. Рано встает, люди рано, чтобы добираться. Все психуют в остановках, нервничают, что вовремя не попадают на работу. Я боюсь очень за чрезвычайную ситуацию, которая может быть нечаянно возникнуть. Тогда ни одна машина, ни отложка, ни пожарная просто не доберутся. Потому что плотно в два ряда стоит поток, движение просто стоит. Ну, либо объездную дорогу нужно, либо какие-то развязки. Объездную дорогу начнут обустраивать уже в мае. В самой Бессоновке запланирован капитальный ремонт улицы, который станет дублером трассы. Возвращаясь из Пензы, сразу после переезда жители райцентра смогут свернуть направо и таким образом быстрее добраться до дома. Данное решение нашло поддержку и на федеральном уровне. Стоимость проекта около 4,5 миллиардов рублей. На них поэтапно приведут в порядок 18,5 километров пути. Первый этап, я думаю, что мы... Если, дай бог, все сложится, я думаю, что, ну, наверное, в конце 22-го, может быть, там в середине 23-го года мы должны сделать. Таким образом, мы так сказать, тогда совсем уйдем от этой проблемы переезда.